Сегодня 19 января 2016 года. Минус 4 мороза. Видно, снежок идет потихонечку. Лужи подмерзли, очень сильный. Видать, с материковой Украины и в Крым к нам мороз идет. То, что у них сейчас на материке снегопад сильный на дорогах. Выходит, оно потихонечку к нам идет. Ну, так как материк недалеко, потихонечку к нам морозец идет. Ветер холодный, очень тяжело даже идти. Руки мерзнут, камеру держишь. Зерно грузят. Вот вы, ребята. Зерновики. Склад зерновых. Холодновато. Обещает тоже снегопад, морозы. Бывшие здания садика, сейчас медпункт. Под медпункт дали. Уже весь здание старое обсыпается. А с этой стороны здания тоже садик был. Ну, садик общий был. Под мусульманскую мечеть. Слышно, ветер сильно. Может быть, на видео будет плохо слышно мне, потому что ветер сильный. Ну, чувствуется. Рука, камеру держать тяжело. Рука, пальцы мерзнут. За ветром. Вроде мороз не сильный, но северный ветер дует. Вот раньше поливали вот с помощью этой трубы. По всему селу вода шла с севера Крымского канала и качал там электрический насос. И по всему селу шла труба, вот центральная, по центру, по улицам. И вон видно в каждый двор, сюда вот в двор идет труба, вот она. И вон еще одна, труба идет уже в правую сторону улицы. И по этой трубе качалась поливная вода Северо-Крымского канала, которая с реки Днепр прибывала в Крым. Сейчас, конечно, уже нет. Тут вот грибники, грибы выращивают, солому. С помощью соломы видно. Это наш парк. Вот на этой еле часто совы сидят. Сегодня не вижу сов. Постоянно сов бывает полным-полно. Или вот тут на елях. Или то ли ель, то ли елка, непонятно. А, вот совы сидят. Но я не знаю, в камеру я смогу их снять. Вон они сидят, совы. На самой верхушке. А сейчас камеру приближу. Ну, не знаю, на видео будет видно, нет? Вон они между ветками. Вот полетела сова. Вон они сидят, красавцы. Сидят. Вон. Вот еще один вылетел. Вот еще они. Вон они на мошкушке сидят. Штук 6, 8, 10 сов где-то. Вон, ну я не знаю, в камеру его видно будет, нет? Но они сидят там, факт что. Я количество увеличил, но я не знаю. Видно будет в камеру, не видно будет. Вот еще один вылетел, сова. Вон там сел. Ну вот, в общем, они сидят.
сидят. А они улетают же, вот. А вон, видно сову, вот в камеру, вот. Вот я запечатлел его. Красота. И постоянно вот на этом дереве они садятся. Или этот, или вот рядом, или вот те. А, и здесь вот есть сова сидит. Сейчас попробую я его приблизить. Сейчас, я не знаю. Камера впечатлительная. А, вот он. Вот он. Вот она, совушка. Сидит. Вон, летают они. Сейчас потихонечку буду приближать камеру. А то она резкость убегает. Вот она, красавица. Вот. В камеру внимательно, если смотрите, его видно. Вот это сова. Сейчас поближе подойду, попробую, если, конечно, не улетит. О, улетела. Есть, улетела. Вот они, полетели все совы. Красотища неописуемая. Вот так. Так, рука замерзает, уже больше не могу камеру. Придется сворачиваться, снимать.